Суворий тест. У суворому тесті Sovent Scent серед десятка автомобілів-учасників Ford Ranger, без сумніву, був повністю у своїй стихії. Якщо на дорозі у місті рамний пікап може залишитись поза увагою, то у пісках української савани Ford Ranger показав свої максимальні можливості. На випробування у піщаних дюнах Ford Ranger прибув з дизельним турбованим двигуном об'ємом 2,2 літра. Його потужність – 160 кінських сил, а максимальний крутний момент – 385 ньютон-метрів. Повний привід поєднаний з шестиступеневою трансмісією. Суворий тест. Ford Ranger у комплектації Limited, що була представлена на тесті, проходив більш складний із двох запропонованих маршрутів. І порівняно з іншими моделями у групі позашляховиків не оминув жодну випробувальну перешкоду на трасі. Але це закономірно, адже Ranger – єдина модель, яка у суворому тесті Sovent Scent виконувала своє пряме призначення. Діагональне вивішування, занурення у ями та приводнення у хвилі Київського водосховища пройшло як для досвідчених водіїв, так і для новачків без помітних зусиль. В арсеналі позашляхових можливостей американця повний привід, що підключається, і пропонує режими High Range, які можна змінювати залежно від покриття. До того ж, усі маневри, які пікап виконав у суворому тесті, можна повторити з вантажем масою понад одну тонну. Я чувствую себя настоящим рейнджером. Покупая вот Ford Ranger, реально машина дает очень много возможностей езды по бездорожью, там по песку, по грязи. Мы заезжали на край Киевского моря, можно было ехать прямо, криво, ровно, вправо, влево, и все равно эта машина проезжала. То есть она проезжала вот так, в песке, вот так, а можно и вот так, а можно было и спускаться. В принципе, вот хорошие пикапы, актуальные пикапы, они обычно обладают хорошим полным приводом, он позволяет это все делать. Но плюс Ford Ranger в этом плане – это большие очень колеса, большие колесные арки. Из-за этого довольно-таки большой ход подвески. С учетом того, что машина прилично по габаритам, она реально, по-моему, больше, чем L200, там, чем Toyota Hilux, чем Volkswagen Amarok, то есть она более габаритная, но она в то же время ощущается более массивной, но при этом это машина, которая позволяет ехать с ощущением большей безопасности, что ли, большей проходимости на бездорожье, потому что реально просто машина полу какой-то танк, броневик и так далее. Для меня это сегодня справжній дикун. Тобто вона дозволяє взагалі не спинятися. Єдине, що треба було спинятися, щоб перемикати режими. Але те, що стосується її поведінки на воді або в піску, все, ну просто ти не відчуваєш це. І що круто, що комфорт в спині є. Тобто ти просто на атракціоні сидиш. Навіть як у комп'ютерній грі, щось таке. Тобто відчуттів під попою якихось ознак небезпеки взагалі нема. Ну, така досить прохідна машина, я не очікував. От, ну, класно, всюди їде, і в болото заїжджали там, і на мул. Ну, коротше, їде всюди. Ну, мені пояснювали, що треба вмикати, які там понижено, і все, ну, все всюди справився. І вверх, і вниз, куди завгодно. Мені кажеться, це машина для сирових мужчин. И для суровых жизненных обстоятельств. Вот я прям вижу эту машину, где-то ферма, там бегут красивые животные, он такой въезжает на коне, а нет, на форде. И прям вот это для него идеальное обстоятельство, когда поле, бездорожье, песок. И я, ну, не супер экстремальный водитель, я это прекрасно понимаю, я девочка за рулем, езжу на обычной городской машине, но вот в форде я не боялась преодолевать все эти, ну, в меру экстремальные препятствия. То есть мы понимаем, конечно, что, да, что это тест-драйв, это не смертельно, но для меня это был стресс, потому что эти ямы я обычно объезжаю, а на бревна никогда в жизни бы не заехала на своей машине. Вот на Форде я себя чувствовала абсолютно нормально в этих обстоятельствах. То есть мне кажется, эта машина идеальна, если ты живешь за городом, у тебя там ферма с животными, как я уже сказала, и ты такой брутальный мужчина, это прям идеально. Вот. Ну, либо же ты жена брутального мужчины. Мне кажется, тогда эта машина тоже может пригодиться. Когда я сел впервые за Ford Ranger, да,
Это был просто вообще мега кайф в том, как она проезжает эти огромные ямы. Я, ну, физически не понимаю, как это вообще возможно, как стойка может настолько упасть, подняться, и при этом не будет даже звука биения. Ну, то есть в этом плане, наверное, правильно ямы построили эти дорогу для того, чтобы этого не случилось. Но очень понравилось. И мы заехали впервые в море на 2 метра где-то. И когда заехали на 2 метра, есть сцепление с дном на самом краю. Она вываливает, выкручивает на оборотах и выезжает прямо с моря. Вот это меня больше всего впечатлило. Это была первая и самая лучшая моя машина из внедорожников.